Всем привет, я еду к мануальному терапевту. Я так уже хочу прям реально попасть к нему в руки, чтобы он мне поправил эту шею. Наконец-то, просто наконец-то я дождался этого момента. Метро сверху едет. Я уже на месте. Слушай, естественно, блядь, нет. Все девочки все непунктуальные, все опаздывают. Ну ладно, не все, шучу. Вот клиника. Жду Ксюшу. Жду Ксюшу. Он пишет что-то. Поехали. Так, ну что, привезли этого принца датского. Чарльза. Чарльза не настоящего в клинику. Вот, где я. Фейк Чарльз. В клинику, где я вообще себя реанимирую. Чисто такой омоложаюсь тут. На 10 лет за 20. Где собирают старушку. Да, да. Тут подсобрали, вроде ничего, так выгляжу. Ну, в общем, это, Женьку привезли. Шейку чинит. Шейку чинит, да. Сейчас. So I'm gonna start with the lymph now. Yeah, давай. Будем, короче, сейчас разгонять лимфу. Во все места. Давай. Это только начало. This is your lymph now. Вот эта лимфа, он сейчас начинает ее разгонять. I'm just doing this one as compared here. Так, вот его высочество лежит. Ну что, поехали. Лучшая клиника в Дубае, да, повод? Ой, аж это... Да. Мне кажется, что задохнусь. Да. А дальше будет там еще интереснее. Ну, что надо? И первый раз так делается. Первый раз, да. И больше нигде не найдешь. Зато потом, знаешь, как хорошо будет. Так. Да, больно, я знаю. When I move here, then I will drain it here. It's too tight. So then this is the thymus gland. Жень, это только разогрев. So I'm draining also here. Это очень больно. Это да. Too much? He said it's painful, but I know, you know, because I know I went through this so many times. Камера же включена, да? Да. Я знаю тебя. Нет, все идет. Две минуты. У тебя все застряло, блин, там застояло. Я массаж делал когда, блин, последний раз в Москве. Так это не массаж, это именно терапия. Ну и такое мы не делали никогда. Никогда. Так еще потом банки, наверное, будут. Может, кровушку, может, пустят еще. Посмотрим, как нам дело пойдет. Дойдет до этого, нет? Мне кажется, дойдет и без банок крови. Просто, ну, что делать? Вот так. Жизнь бодибилдера. Я тут в седьмом поту выхожу. Почему там так больно-то? Почему там потому что давится там, где именно по точкам. Да. Видишь, лимфа он тебе открывает потоки. И у тебя застой конкретный. Чем застойнее, тем... Чем отстойнее? Чем отстойнее, тем больнее. Как говорят, чем больше бухаешь, тем больше потом восстанавливаешься. Так бухали бы, лучше было бы, мне кажется, не было бы таких историй. Не-не, нормально. Что-то не помню. У тебя вот здесь, вот на, когда видео делаешь, здесь рыжая что-то. Подзакрасить. Рыжая? Да. Знаешь, как будто вот здесь вот что-то рыжее. Может быть, морковный сок? Я, кстати, не первый раз это замечаю, думаю. Морковный сок, наверное. Ты что, каждый день его пьешь? А может быть, у тебя уже выделяются? Кожа? Выделяет рыжину. Все, Ксюш, не отвлекай его. It's a foreplay only, а? Тут нет, тут, поверь, не отвлечешь, они знают, куда жать. Без нас. Вот эта сторона вообще забита, пиздец. Да. Не ругаемся, не ругаемся. Что? Ты что-то такой длинный на этой кровати. Может быть, камеру 0,5? Нет, один. Тогда я просто высокий. Да, высокий. Are you ready? Are you ready? А ты готов? Он спрашивает. Да, а что будет? Жертвоприношение.
да, взаимно. Да. Ты реально нигде такого еще не испытывал. Да. А самое смешное, что они, даже если ты орешь, они не остановятся. Они не остановятся, пока не закончится. Слушай, отключи, сделай камеру этот сторис в Инстаграм. Знаешь, безумная Женя. Это так сказать только. Can you ask him like the pain is like only in the neck or just stiffness? Он спрашивает, у тебя боль только в шее или что у тебя какие? Ну вообще только шея.